Привет, привет, мои дорогие девчоночки и мальчишечки! Сегодня у нас с вами пятница, 23 апреля. И что у нас творится на улице, это просто атас. Не знаю, как еще сказать. У нас всего 1 градус тепла, ребята. То идет сильный снег с ветром, то резко идет ливень. Добрый-добрый день, мои дорогие ребятки. Вот такая вот у нас сегодня погода. На улице всего плюс 1 градус, то идет снег. Вот сейчас идет снег, не знаю, видно ли на камере. То идет сильный ливень. И вот так вот поочередно. То снег, то дождь, то снег, то дождь. Очень-очень унылая погода. И хмуро-хмуро так на улице. И очень холодно. Очень холодно, ребята. К нам вернулась осень. Прямо самая настоящая осень, ребята. Как же хочется солнышко. И такая погода на все 10 дней пока. Вот так вот. Ну что ж, будем ждать тепла, будем ждать. Потом опять идет снег, опять идет дождь. Вообще так пасмурно, пасмурно, как будто вот, знаете, уже вот-вот-вот-вот ночь начнется. Вот так у нас темно. Это что-то с чем-то, ребята. И вот такая погода у нас на все 10 дней. Ой, вот сейчас смотрю в окошко, с вами разговариваю, смотрю в окошко, сейчас идет снег, знаете, такое ощущение, прям вот как будто метелька, вот прямо так вот, знаете, завывает, закручивается этот снег, то туда, то сюда. Вот это погода, ребята, караул. Вот вчера точно так же. Мы пока с Димой тут, я вам видео записывала. Потом стала его монтировать. Диме говорю, сейчас я быстренько видео смонтирую и отправлю моим друзьям. И мы пойдем гулять. И вот пока я видео смонтировала, у нас полил дождь. Я еще даже не доделала. Дима приходит, говорит, Лена, дождь начался. Я говорю, ну вот, не погуляли. В итоге не погуляли, потому что дождь шел практически, наверное, весь день и всю ночь. Может быть, ночью уже шел снег. Даже не знаю. Вот. И поэтому никуда мы не пошли. Я поставила вариться сердца говяжьи. На ужин сделала салатик. Вот сердца у меня отварились. У меня еще на сегодня осталось. Я одно сердце меленько-меленько так кубичками нарезала. Добавила туда зеленого горошка. И сделала такой... заливку вместо майонеза 1 ложка сметаны, пол чайной ложки, даже можно 1/3 часть ложечки горчицы и немножечко сока лимона я туда выдавила, хорошенечко перемешала и вот в этот вот салатик. Туда можно еще лука, но у меня не было вот этого синего красивого лука. Сегодня у меня будут еще к этому салатику, значит, тоже будет зеленый горошек или кукуруза. И я хочу добавить еще немножечко корнишончиков, огурчиков и отварное яйцо. Вот сделать такой салатик на ужин вместо всего. Вот просто салатик и все. А сегодня, ребята, проснулась утром, и в голове такая у меня мысль. Вот почему-то так сильно хочу манной каши. Пришла, посмотрела, ага, манка есть. Я как-то манник пекла, и у меня манка осталась. Думаю, хочу каши. Дима говорит, что, может, яички поджарим? Я говорю, нет, я каши хочу. Ну ладно, каша так каша. Прям, знаете, такую кашу из детства. Маслица туда, молочка. Правда, единственное, вот я сахар не ложила, положила только соли чуть-чуть. Диме говорю, он вообще у меня как бы кашу не любит. Но съел, целую тарелку съел.
Я говорю, тяжело тебе далась эта каша. Нет, нормально. Вот. И так я хорошо, прямо, знаете, с кусочком хлеба вот этого бездрожжевого. Прямо с таким удовольствием съела. Но как бы я один раз, вот, знаете, когда чего-то очень-очень хочется, лучше съесть и потом надолго-долго забыть. Но я решила также, что ну, хуже, наверное, не будет. По калории, конечно, 100 грамм выходит на 100 калорий. 200 грамм – это 200 калорий. Вот получается у меня 2 кусочка хлебушка, 200 грамм каши и чашечка цикория с молоком обошлась на 343 калории. Это как бы так достаточно, прям так хорошо. Ну и сытно, конечно. Говорят, конечно, что манная каша пустая, но мне надолго хватит. Вот. На ужин, значит, будет салатик вот этот вот из отварного сердца. Я 3 сердца сразу сварила и убрала в холодильник. Очень мало калорий и очень сытно получается. Много не съешь. Вот, ребятки, сегодня мне мама приснилась. Приснилась мама. И так интересно, главное, она мне... Я куда-то собираюсь, и она мне говорит... Лена, мне доктор сказал, у тебя больные ноги. Надо ноги лечить. Я как-то так, знаете, ну типа, да все нормально у меня, все нормально. И не слушая маму, мама там что-то говорит, и я говорю, я побежала на пробежку. И вот, знаете, так отпечатался у меня сон. Диме говорю, Дима, мама приснилась, что-то говорила, что у меня с ногами проблемы. Вот, встала, вот за завтраком мама помянула, вспомнила. Вот так вот. И погода еще такая вот прям унылая-унылая. Вот даже не знаешь, чем в такую погоду заняться. Что-то надо по дому придумать. Потому что ну на улицу, ну никак, на улице ни одного человека нет. Видимо, кому-то вот если очень надо по делу, так пробегутся и все. Очень темно, сыро, ветер, снег, вообще, вообще такая погода прям. Только фильмы ужасов такую погоду снимать. Вот, девчонки, такие дела. Не знаю, чем займусь, вообще даже представления не имею, но может что-нибудь придумаю. Сейчас закинула стирку белого белья, полотенца, именно полотенца. Вот, там посмотрим, что дальше будем делать. Дима на гараж хочет поехать, там надо колеса уже поменять на летние, да машину надо помыть. Но погода, конечно, такая, я говорю, может, будет лучше погода потом в другой раз, еще есть время, еще есть время. А, вчера позвонили мне из поликлиники, ребята, позвонила медсестра-эндокринолога и сказала, что мы вас записали на УЗИ на понедельник на 14:40. Вот мне надо в понедельник подойти пораньше в кабинет к эндокринологу, забрать направление, пойти сделать УЗИ. И в понедельник, во вторник, на следующий день в 9:05 мне надо идти к ней на прием. Вот что она там скажет, что они там еще мне, какие еще достали номерочки, чтобы уже все было готово к операции. А потом вот она сказала... Я вот съезжу в Петрозаводск 5-го, 6-го, не знаю, ну, наверное, 7-го или 8-го мы оттуда вернемся. И с 11-го числа мне, наверное, к ней надо будет на прием. С 11-го числа уже как бы вот, получается, остается неделька. И вот как бы вот некоторые анализы годны только вот 7 дней максимум. Поэтому вот я с 11 или с 12 начну сдавать уже такие, которые очень мало действуют, вот эти там клинику, там еще что-то. И анализ на ковид. Это уже вот в самый последний момент. И 16 числа она мне сказала, надо выехать. Получается, 17 в понедельник мне надо будет поступить уже в больницу. И 18 операция. Совсем немножко осталось, мандраж, мандраж, ну ничего,
Все будет хорошо. Вот, ребятки, вот такое сегодня грустное видео. Ничего не показать, ничего не рассказать. Потому что, конечно, погода дает... Как это? У погоды свои причуды. Да, подстраиваемся под погоду. Очень темно, прямо, знаете, очень-очень темно, как будто глубокий-глубокий вечер. Вот так вот у нас хмуро. Сейчас включим с Димой какое-нибудь кино и будем смотреть. Я Диме говорю, в такую погоду только спать. Но я спала сегодня вообще долго, ребята. Я спала с 12 часов. Ну вот я в 12 часов вот как бы все выключила, телефон выключила. И легла, не знаю, сколько там времени мне понадобилось уснуть. Но я первый раз проснулась в 6 утра, сходила в туалет, снова легла и сразу опять меня рубануло. И опять я уснула и проснулась только в 10 утра. Вот так вот. То не спала, не спала, не спала, а сейчас по полной программе дрыхну. Вот так вот. Ладно, мои хорошие, болтаю уже столько минут. И все. Я вас целую, обнимаю. Мне очень приятно, что вы со мной. Извините, что вот сегодня такое видео просто разговорное. Ничего вам не показала. Но надеюсь, погода исправится и все будет хорошо. И буду снимать уже с улицы откуда-нибудь. Вот, ребятки. Так что с понедельника бегу опять по врачам. Всего вам хорошего. Я вас обнимаю. Я желаю вам прекрасного настроения, хорошей погоды. Ну, даже если и погода не хорошая, то чтобы вы не огорчались. Все будет хорошо. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Мне очень приятно. Очень приятно. Пишите комментарии. Отвечаю на все комментарии. Задавайте вопросы. Все. Целую, обнимаю. С вами ваша Леночка. Пока-пока, до встречи!